Найдите быстро и без проблем значение выражения 2024 в квадрате минус единица, деленная на 2025. Самым простым, эффективным способом, избегая прямого умножения число, возведения в квадрат числа 2024. Для начала решите самостоятельно. Поставьте видео на паузу. Я думаю, что вы решили и показываю рассуждения при решении вычислении значения этого выражения. Мы смотрим, что 2024 в квадрате минус единица это классическая формула разности квадратов. Раскладываем ее на, по формуле а квадрат минус b квадрат равно а плюс b умножить на а минус b. Получаем 2024 плюс единица умножить на 2024 Минус единицы. И делим ну, на знаменатель 2025. Э, получаем в первой скобке 2025, во второй 2023. В знаменателе у нас 2025. Эта цифра сокращается. Таким образом, мы получаем в результате быстрых вычислений 2023, ну, что соответствует текущему году. Вот так, используя алгебраические формулы, мы упрощаем вычисление громоздкого выражения. Если свои, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.